Перед надвратным храмом Спасского женского монастыря появится мини-площадь в гранитной плитке. Решение озвучили во время посещения монастыря в День Святой Троицы. Напомним, храмовый комплекс восстанавливают уже несколько лет. Построен надвратный храм, на историческом месте строится соборный храм монастыря. Подготовлен проект по благоустройству улиц Дворцовой, Бебеля и переулка Пожарного. У меня даже нет и тени сомнений о том, что это будет одна из самых любимых пешеходных зон. И вот они будут вот на это смотреть. Но это неправильно. Мини-площадь перед храмом будет дополнительно освещаться. Также планируется убрать все рекламные баннеры со зданий на Дворцовой, смонтировать торшерное освещение у первой гимназии, а также отремонтировать проезжую часть и пешеходные дорожки, сделав их и без дополнительных ступенек. Ремонт дороги запланирован на следующий год по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». То есть нам по переулку Пожарному здесь нет проблем? Нет проблем. По асфальтному покрытию? Нет проблем. Нет проблем. Деньги есть, расстановлены. По разметке? Нет проблем. Значит, по парковке тоже нет проблем. В этом году дорожное полотно отремонтируют на улице Бебеля и переулке Пожарном. Сейчас на участках рабочие меняют трубы к новому отопительному сезону и проводят работу по уборке всех проводов под землю. Анна Тищенко, Руслан Баталов, новости Улправда ТВ.